Классно. А. Нет, не достал. Детский пол, не достал. Спрятался. Сегодня будут водные процедуры под водой плавания, да? И на воде. Кто самый смелый? Раз, два. Аня смелая. Раз. Первый пошел. Господи, 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 господи. Эролюся тоже у нас очень смелая. Второй пошел. Трюша, наверное, третий будет. Классно, классно. Сейчас я Камилочку. Ой, а кто тут у нас? Анюшка, ну еще одна Анечка у нас тут в тазичке сидит. Она еще... Вот и я. А вот и Королюська. Это Королюськина подружка, но она боится в бассейне плавать, да? Она любит в тазике, да, Анечка? Камила, ну давай. Она вчера так хорошо накаталась, да? На роликах, что все колени сбила. Сегодня даже боится и в воду залазить. Ну, Королюся, раз, два, взяли. Опа, а под водой кто начнет плавать? Ты быстро? Конечно, быстро, ты же у меня быстрая олень. Ну, давай. Нет? Ну, попробуй помочи ножкам, ничего не будет. Им не будет печь в воде. Смотрим. Давай. Ну, давай. Вот так. Видно, как я быстро? Конечно, видно. Еще бы не видно было. А. Я туда стою так. Ну, ну, тут же самая мелкая часть. А туда все глубже и глубже, Анечка. Да. А-а-а. Ну давай, я посмотрю, как я твои ноги видно. А ныряй. Угу. Теперь возле макарошки иди попробуй. Макарошка. Макаронина, стой. Королюся. Обинать макарошку. Не надо. Быстро. Конечно. Что ты там не стала пробовать? Аня. А. Что там не стала пробовать? Забыла. Забыла. Камил, ножки не будут печь, не бойся. Так какая она холодная, не смеши меня. Вчера вечером теплая была, сегодня днем похолоднело. До дна, до дна, не достала ты до дна. На лестнице, конечно, и я могу. Камила, сделай на лестнице. Королюся. Бабушка. Классно. Бабушка. А. Нет, не достала. Детский пол, не достала. Спрятался он от тебя просто. Он, ты опускаешься, и он опускается, поняла? Он да с фокусом. Ну давай, внучечка. Камил, я на банане. Я придумала на макаронину. Да ты что? Да ты вообще герой у меня. Я на банане. А, ну, у тебя как раз банан под цвет подходит. Только на нем быстро, он не умеет плавать. Аня, ку-ку. Ты там не заснула? Нет. У нас сегодня две Ани, да? Растечка. Две. Не получилось. Ань, можно мне прыгать? Господи! Аня, давай под водой. Сейчас.
Конечно, ты будешь на макарошку прыгать? Ну давай на макарошку прыгай. Не, стой, стой, Каролин. Вставай на макарошку, прыгай на нее. Прямо вставай. А со мной можно держать одну? Сейчас, Ань, подожди. У нас Каролюся сейчас. Это их сестричка. Да, сестричка двоюродная ихняя. Так, поплыла Аня под водой. Сколько? Шесть. И назад давай. Кто следующий, кричит заведующий? О, кто дальше прыгнет? Каролина, а ну давай. Кто? Каролюся, а ну давай. Ты, я посмотрю, как ты далеко прыгаешь. Конечно, давай. Раз, два, чем дальше, тем лучше. Вот, молодец. Почти до макарошки доплыла. Да, я, да, снизу. Не надо. Ладно. А тебе-то зачем ты под водой плывешь, Ань? Не надо. Так, макарошка твоя. Где-то лед. Ну, Камила, опусти ножки, там не будут печь они у тебя, не бойся. Не бойся. Тепла уже на вода. Лыбы, выйди, лыбы. Ой, как бы не пекут. Я одну опустилась сразу. Ну, я же тебе говорю, печь не будет, не бойся. Это первая, на которой маленькая. Ну и вторую ножку опускай. Я помню, как у тебя вчера пекло. Это же начало. Все нормально, я же тебе говорила, будет нормально. Трюша, ты купаться пришел? Да, ой, Каролюся, чтобы мне тебе не скинуть. Ой, ты куда пошел? Бабушка с этой стороны зайдет. Ну давай, Камила, уже опускай свои ножки. Так, будешь гавкать, мы тебя, Трюша, кинем. Давай ты его и правду отпустим. А может тебя давай отпустим, а, мыша кучерявая? Я боюсь, я упаду. Боишься? Не бойся. Держать. Мы ей одевали на рукавник сегодня. Одевали? Угу. Но она не захотела. Да, Аня? Да, я боялась. Я а вот у тебя крепкие на рукавник одела, то я упала. А не упала. Вот у тебя два на. Так, ну кто под водой будет плавать или нет? Я плавала. Один раз мало, Камил, давай. Ладно. Ой, что, щипит? Вот если будешь сильно плавать, оно не будет щипать. Все, Аня, как Аня, трактор. Аня, отпустите. Не надо его в воду. Она опять? Угу, молодец. Назад. Аня, не утонешь. Но если ты боишься, лучше не надо. Лучше сиди в тазике. Ну давай, рекорд, рекордсменка. Так, а ты рекордсменка будешь нырять или я сейчас уйду от вас? Королюсечка, полотенце иди возьми, сладкая моя. Не? Я попишу, как это будет. На горшочек. Ага. Я в горшочек буду. Как тут посижу? Я здесь. Где? Знаешь, люди, когда там ходят так плавно, вот так вместе все вот так делают. Ну так давайте вы. Нет, мне не получится. Трюша, а ну покажи, как надо. Он любит гавкать. Друша, кто ныряет? Вот. Ну, вон возле тебя, Трюша. Спагат. А я хочу снять это. Каролин, сейчас ты начнешь прыгать. Потом я не смогу тебя одеть. Я тебя надуть сейчас не могу. Его, видишь, я камеру держу? У меня спагат. Угу. Каролин, ты с нарками. Ты что, она здесь у меня. Королюсь, она не будет плавать. Давай иди ты плавай.
бросать нырканник и... Иди, бросай и ныряй. Аня пока еще боится, сказала, так что не заставляй ее. А ну давай, догони на рукавник. Оп. Нужно быстрее прыгай, Труша. А, пусти ты там. Там стало, он боится воды, Труша. Он утонет. Да. Когда будешь плыть, оно не будет больно. Да. Не? А, не бойся. Руками там плавать. Не бойся, Аня. Так, все, у Камилы плавание не получается. Всем пока. А вы будете купаться. Королюсь, а ну давай, всем пока. Пока-пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. И будет выходить на уведомление видео. Пока-пока. Пока-пока. Усядьте, командир. Пока-пока. Опа, всем пока. Ныряйте. Пока.